Доброго всем! Сегодня у нас в гостях очередная ГБЦ от корейцев Hyundai H1. В чем заключается проблема этой головки? Мастера на СТО должны были поменять свечи. Три свечи удалось им выкрутить безболезненно, а вот с одной свечой вышла заминочка. Свечу сломали в свечном канале и решили удалить остатки свечи при помощи метчика. Резали резьбу, пока метчик не приказал долго жить и сломался. Сломался, конечно же, в самом тонком и слабом месте. Короче говоря, вся его рабочая часть осталась в канале. Нас стандартно выручит Виталий, расточник координатно-расточного станка и победитель, который, как известно, все победит. Ну и здесь есть нюанс. Виталий крепит головку на станке. И естественно, что токарь выставляет головку по уровню относительно вертикального канала свечи. После всех произведенных операций Виталий приступает к высверливанию остатков метчика. Периодически контролирует процесс, извлекает сверло и оценивает произведенную работу. Можем думать. Давай думать. Дынем, да. А вновь сверлит, вновь осматривает. Вот здесь и кроется нюанс. Нам никак нельзя во время сверления травмировать посадочное место свечи. Поэтому решили зайти с другой стороны. Мы высверливаем остатки метчика максимально аккуратно и по максимуму. Тем самым мы максимально ослабим застрявшую свечу в канале. Теперь с привалочной стороны поставим в качестве направления в соседнее пустое отверстие свечку. По ней мы будем ориентироваться во время сверления, высверливания носика, в какую сторону нам следует наклонять дрейф. Когда доходим примерно подходящим сверлом, это где-то 4,5 мм, до металла, до твердого металла, останавливаем сверление и берем выколотку подходящего размера. Хорошими уверенными ударами выбиваем все оставленные мотористами лишние запчасти. Ну, а на этом у нас для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.